Приветствую, ребята. Да, наконец-то. То, чего мы так долго ждали. Да, в этом дне, ну, у нас в Австралии 3 мая, ну, вчера, вышел новый эпизод удивительного цифрового цирка под названием «Конфетный контрабандный кавардак». Ну что ж, посмотрим на этот кавардак контрабандный. Да, реакция на второй эпизод. Зашибись. И что там будет? Добро пожаловать в удивительный цифровой цирк! Кейн, мы уже поняли. Помни! Что там происходит? О, проснулась. Оу. Алло? Или не проснулась? Что это за дичь? Опа, а, нет! Кейн! Кто-нибудь, помогите! Прошу! Нет! Кажется, наша новая подруга уже рассеялась. Что ж, видимо, не все годятся для подобного. Честно, я даже имени ее не помню. Кубы. Кстати, да, второй эпизод я не смотрел, так что это вот просмотр, как и для вас, будет для меня первым. Эй, помни, как спалось? Ты еще спишь? Тогда не буду тебе мешать. Вот она! Надеюсь, ты в порядке. Знаю, вчера денек был просто нечто. Нечто. О, и не переживай насчет того, что ты бросила меня и побежала к выходу. Прекрасно могу понять, что ты на тот момент испытывала, поэтому без обид. Все путем. А? А, ну, давай забудем об этом. У Кейна для нас новое приключение, и, судя по его анонсам, должно быть очень весело. Зашибись, как... Прям реально рогато, зашибись, как весело. Сегодняшнее приключение — конфетный контрабандный кавардак. Все верно. У королевства конфетного каньона похитили их самый ценный ресурс — кленовый сироп. А, так вот почему команде пришлось добыть именно этот сироп. Ну, кленовый. Он является в местном конфетном королевстве из Adventure Time... главным и важнейшим ресурсом. Теперь вы должны придать гнилых бандитов к сладкому суду. Целая королева. А потом к сладкой казни. Конфет звучит липко. Липко не то слово. Звучит. Вы этого не слышали? Это что сейчас было? Пузырек, нельзя такое говорить. Нет. Стой! В нем я тестирую новый ИИ, с ним погружение усилится в 57 раз! О, новый ИИ! Ты же не хочешь связываться с новым ИИ, Зуби? А, да, нет. Мне не кажется, или Джекс стал более полигональным? О, звучит весело. Что думаешь, помни? Значит, вся суть нашего пребывания здесь — это ролевки? Ну... Почему вы просто стоите? Королевство конфетного каньона нуждается в вас! Бан. Хидрит Мадрид. Курит курительную трубку с пузырями. Ну это естественно, ведь
Цензура не позволяет пускать дымочек. Нет, спасибо, я пытаюсь бросить. Королевство конфетного каньона. Опа. Ох, у нас есть сколько тут мигенчиков. Да тут их полчища. Просто овации. Овации так и трещат, блин. Вау, королёр, взгляни на замок. Он потрясный. У них тут конфетные жучки. Как прекрасно. Это место удивительно. Подвижа! Это при... Ё-моё! Манекен, нахрена ты, блин? Принцесса! Опаньки! Это же принцесса Лорелао. Должно быть, храбрые рыцари, посланные богом, чтобы помочь нам с катастрофой. Но это объяснимо, ведь Кейн их же и создал. Да, это все это NPC, в том числе и Лорелао. В том числе и принцесса Лорелао, которую, да, чье имя мы хрен знаем из-за переводов. Это мы, мэм. Кстати, потрясное у вас королевство, классный вайб. Вы мне уже нравитесь. Смотри, помни, мы уже подружились с принцессой. Я не ребенок, не нужно меня раззадоривать. Полагаю, вам доложили о вашей миссии. Бандиты, что нас обокрали, использовали специальную автоцистерну. И мы решили, что лучший способ для борьбы с ними – это ваша собственная боевая фура. О, насилие! Еще раз, что это за временной период должен был быть? С помощью этого ключа вы попадете в королевство, когда вернетесь с добром. Я верю, вы не дадите ему попасть не в те руки. Стоп, это средневековье или что? Какого хрена? Тут монстр-траки существуют, а как... Кейн, ты на что ориентировался? Зовите на меня, ваше высочество. О, прошу, зовите меня Лу. Учту. Стоп, Лу? То есть, получается, ее все же полностью зовут Лорелао. Ну или Лорелао. Лады. Чур я спереди. Боже, и это гудок. Вот отстой. А чё? Нормальный гудок, Джекс. Или тебе чё-то не нравится? Гэнгл, ты за рулём. Ты издеваешься? Прощайте, славные рыцари. Я безоговорочно верю в вас. Зашибенный оптимизм, принцесса Лу. Зашибенный оптимизм. Ну, хотя ладно. Привал у этих бандитосов. Думаешь, твоя мама поправится, если довезем все до деревни? Я уверен, что да. Столько сиропа спасет сотни людей. Наверняка не узнаем, пока не вернемся в деревню. Но она боец. Опа. Прекрасный голос Вячеслава Никитина здесь, господи! Реально, главаря этой бандитской группировки озвучивает сам Вячеслав Никитин! Господи боже! Научила меня всему, что знаю. Откуда у тебя мать? Ты ж этим NPC, у тебя ее не должно быть! Ой, не расслабляемся, парни. Кажется, за нами кого-то послали. Самих рыцарей из удивительного цифрового цирка. Поехали на цистерне. Так, Гэнгл, как только мы их догоним, я прыгну к ним, заберусь внутрь и буду шмалять, пока их родная мать не узнает. Я, конечно, понимаю, что это оружие состоит из вафель. Но, блять, Джекс, ты чё? Кейн вообще знает, что ты обходишь цензуру направо и налево.
Мне кажется, это нарушает какую-то конвенцию. А твое вечное нытье нарушает покой моих ушей. Давай! Иди, водила! А ты нарушаешь покой моих нервов. Так, помни. Уверена, что ты сможешь нам чем-то помочь. Может быть, когда догоним его... Мы бы могли играть агрессивно. Вот так! Джекс! Джекс, ты чё, блядь? Это шо? Какого хрена? А, идеально! Вот в такой позе оставайся, мне надо кое-что взять. Джекс, ты с ума сошел? Джекс! Вот клянусь, где-то тут лежала базука, но я никак не могу ее найти. Откуда у тебя базука, ёпарасоте? Кролик-то фиолетовый! Королёр, разве спасательный круг в этом случае поможет? У меня аж руки растянулись. Она, так помни? Блять, Джекс, ты вообще издеваешься. И реально, откуда у тебя базука? Ты как эту цензуру обходишь? Просто не шевелись, а я пока перейду по тебе. Что, издеваешься? Ну, молодец, помни. Теперь у меня нет моста. Ага, попалась. Мои руки сюда. Нифига себе! Это чё всё? Это чё, был таунт из Пицца Тавара? Не-не-не-не-не, давайте ещё раз! Мне реально сейчас не показалось! Или это был таунт из Пицца Тавара? Не показалось! Этот толстый крокодильчик реально, ё-моё, сделал таунт из Пицца Тавара. От них одни проблемы. Посмотрим, как их фура справится со скалами. Мои руки длинноваты, чтобы переключить передачу. А вы тут в курсе, что у вас тут один за бортом и делает таунт из Пицца Тавара, чтобы хоть как-то не получить ранение? Походу, у этого крокодильчика мастерство таунтов на высшем уровне. О, пошла жара! Эй, Лента, давай за ними! Не думаю, что... Разве ты не должна быть покорной и сговорчивой? Езжай! О, эти ребятки не знают, когда надо остановиться, да? Качай валюту, рогай, залезай обратно! Слушай, главарь, хватит портить момент! Это же великие таланты из Пицца Тавара! Точно! Ну хотя я тут немного согласен. Достаточно талантов. А то передоз Пицца Тавара скоро случится. Целый! Можешь повторить вопрос? Я не расслышал тебя из-за ножей. Эй, Гэнгл, а ну-ка протарань их. Что? Нельзя их таранить! Помни, все еще там! Давай! Рогата... Ты ж понимаешь, кто такой Джекс. Он не слушает никого, так что... Таран так таран! Будет круто. Почему тут так много ножей? Давай, иначе я расскажу Рогате про ту фигурку. Стоп, а про какую фигурку? Про какую фигурку Джекс там хочет рассказать? В чем причастна Гэнгл? Не чокнутые! Пусть отведают этого! О, больше никакого тарана! Видимо, все-таки придется все рассказать Рогате. Что? О, ты еще тут? Ребят! Помни, лови! Королёр, какой в жопу якорь! А, эй, королёр, а веревка хоть к чему-то привязана? Не знаю. Дай проверю. Пока ты там проверишь этот монстр-трак, уже 20 раз будет к земле притянут! Порвали игрушку. Прямо в смысле.
Рабочие порвали стенки. Аж руки подсоединили. Чего? Я виню в этом тебя. Великие Гарри Смот Баги! Стоп, а они где? И чё это за чайник? Боже! Это только 9-я минута мультфильм, мультсериал. Это только 9-я минута второй серии, а у меня уже много вопросов. Напоминаю, я эту серию смотрю впервые, так что я не знаю, что там может произойти. И где этот крокодил? Охренеть, за текстурами. Парни! Тут хрен ты их найдёшь. Тут ты их хрен найдёшь. Опаньки. Есть кто? А вот и фургончик. И чё это за... А какого хрена там манекены делают? Стоп. Тут все! В том числе... Стоп! Этот контрабандист попал в комнату разраба, ну, то есть Кейна. Так, а как его вообще зовут? А, Гамигу. Ладно. Ну, Гамигу реально попал в комнату разраба. А вот и он сам. Гамигу, держись! Как бы тебе бы не сопереживали. Опаньки. Где мы? Что это такое? Я не знаю. Думаю, мы где-то под картой. Картой? Почему тут нет тебя или кого-то из твоей команды? Я не уверена. Потому что мы не NPC. NPC? О чем это ты? Кто вы такие? Что я? Где мама? У тебя есть мама? Разве она не должна быть тоже здесь? Напоминаю, мужик. Крокодил, я тебе напоминаю. У тебя нету матери! Ты всего-то NPC, ёпарасоте! Я даже не помню ее лица. А было ли у нее лицо? Было ли хоть что-то? Ладно, стой. Не думай об этом. Я думаю, тут должен быть способ отправить нас назад. Верно? Опа. Я хочу, чтобы ты рассказала, что я на самом деле. Стоп, а где наша пятерка? Ну, отделившаяся от помни. Вот, где наша пятерка сладкая? А они вот где. Все живы-здоровы? Нет. Рогата, все живы, ёпарасоте.
Боже, бедная Помни. Надеюсь, она в порядке. Бедная Помни? А что насчет бедных нас? Одна плывучая цистерна отделяет нас от участи жирного пацана из Вилли Вонки. Ты имеешь в виду... Стоп. Походу, Джекс тут только что сделал отсылку на Августа Глуп... на Августа Глупа. Что это? Глаза меня не обманывают? Ёпарасота, это еще что за хрень? Сникий подарок из врат королевства? Господи... Это еще что за хрень? Как эту хрень вообще зовут? Стоп. Тут его даже нету. Стоп, помадка. Владислав Любимов? Брэд, здоровенький. Пожалуй, не откажу. Воу, дружок. Мы не еда, мы не конфеты, мы ни то, ни другое. Ты не хочешь нас есть? Вы не конфеты? Как я могу есть что-то, сделанное не из конфет? Помадка, я даже сам не знаю. Простите. Помни, всегда пропускает больших гадких монстров. А ты вообще кем будешь? Меня зовут Помадка. Раньше я жил в стенах королевства, но меня изгнала эта гнилая принцесса после того, как я съел слишком много вкусненьких горожан. О, они были такими вкусными. Иногда я все еще слышу их крики. О, боже, это звучало как убийство. Разве это убийство, если тебе вкусно? Ответь-ка мне. А в этом есть смысл. Нет смысла. Может, оставишь это мне, пока я не начал думать, что твои волосы похожи на лакрицу. Джекс! Ух ты, и вправду похожи. Хватит! А, мистер Помадка, вы кажетесь добропорядочным парнем с действительно благородными целями. О, я не такой. Знали бы вы, чем я занимаюсь в свободное время, вас бы стошнило. Как я и говорил, так вышло, что я знаю, как проникнуть за стены королевства. И скажу вам взамен на услугу. Эй, когда... Джекс, это... Как ты смог... Джекс, если ты впустишь Помадку в королевство, не только тебе, но и всей шестерке, звиз! Заткнись, лакричноволоска. Да, вот, прикройся. Ты должно быть какой-то... Стоп, а я только что... Я не заметил. Где Зубл? Серпак пиранью замков, пришедший освободить меня из открытой темницы! Это я. Все, что от вас нужно, так это помочь нам придать суду парочку грязных бандитов. Джекс, ты, блять, мудак, но идея немного прекрасна. А вот, кстати, и два преступника. Третий сейчас находится в комнате разраба. Я видел, как мне жнец подмигнул. Стоп! Это что сейчас было? Вы это хрен оторвете. А, ты не хочешь попробовать помочь мне? Или ты все еще... Эй, ты в порядке? Нет. Хочешь поговорить об этом? О чем тут говорить? Я просто не хочу оставлять тебя здесь. Почему нет? Я пустое место. Я ничто. Моя жизнь, воспоминания, мои друзья — все фальшивка. Это может показаться странным, но кажется мне знакомо это чувство. Ну, может, не прям такое чувство, но чувство, что ты ничто, это вполне норма. То есть люди даже в том мире, откуда я родом, испытывают то же самое.
Но ты же все еще переживаешь за своих приятелей наверху, да? Уверена, и они беспокоятся о тебе. А какой смысл? Что у нас будет, когда вы уйдете? Мы лишь препятствия, созданные быть побежденными и забытыми. Ну, ты не обязан им быть. Цирк — место, откуда я. Ну, на самом деле, я из другого места. Но раз уж это теперь мой дом, может, он сможет стать и твоим? Люди там интересные, по крайней мере. Может, ты смог бы быть там кем-то настоящим? С чего ты подбадриваешь меня? Какая тебе от этого польза? Я, наверное, просто не хочу, чтобы ты чувствовал себя ничем. Чтобы хоть кто-то так себя чувствовал. Но я ведь даже не настоящий. Я приживусь? Уверена, что приживешься не хуже, чем я. И мне не помешал бы друг. Друг. Странный ты персонажик. Думаю, можно попробовать. Я лишь попрошу не говорить об этом парням. Они парочка шустрых паршивцев. Я не хочу ломать им жизнь. Ну да, в этом есть смысл. Кстати, как тебя зовут? Гамику. Вау, это настолько же тупое имя, как и у меня. У тебя есть идеи, как вытащить нас отсюда? Я не знаю. Может, воспользоваться глюками из коллизии грузовика? Я правда не уверена, как нам... Ладно, я пойду методом научного тыка. Если не выйдет, то попробуем что-нибудь другое. Ты тут эксперт. Вообще нет. Ну, давай попробуем. Я вот только что поняла, что это может быть слегка Вот это реактив! Должен сказать, я рассчитывал на что-то гораздо менее разочаровывающее. На что ты рассчитывал? Ну, знаешь, типа, на большую финальную битву, резня, смерть, хаос. Ну и ладно. Вы уверены, что они исчезли, а не упали куда-то или типа того? Я не могу сказать наверняка, но определенно. Раньше босс не исчезал с клоунами. Что-то новенькое. Что ж, это беспокоит. Ну, при самом худшем сценарии мы всегда сможем попросить Кейна найти ее. Меня волнует больше, что у нее очередной ужасный опыт. Кажется, она все еще сильно расстроена из-за вчерашнего. Я не думаю, что я ей особо нравлюсь. Подобное будет тяжело для любого. Не бери на свой счет. Я помню, как долго ты приспосабливалась. Да. Я удивлена, что ты это помнишь. Помнишь что? Вылетели. У вас что, есть второй грузовик, и он летает? Да! Нет, стоп, точно нет. Я отключу. Не смогла удержаться? Что это такое? Помни! Ты в порядке? Что случилось? Да, я в норме. Я нашла нового друга. Босс, где вы были? Все пошло не по плану. Вам лучше не знать. Рад вас видеть, парни. А почему тут два грузовика плохишей? В этом тоже полно сиропа. А, да, похоже на то.
Я надеюсь, вы не против, чтобы мои ребята отвезли его в деревню? Наверное, раз их два, то ничего плохого. Я неимоверно разочарован. Ну, может, кровь, смерть и жестокость будут в следующем приключении? Ха-ха-ха-ха-ха, просто здорово. Да, ну, это Гамигу. Он вместе с нами вернется в цирк. О, а так можно? Его мир, он типа полностью рухнул. Думаю, это меньшее, что я могла ему предложить, вместо того, чтобы просто оставить его. Эй, мило с твоей стороны. Давайте уже отвезем этот дурацкий грузовик в дурацкое королевство, что ли. Благодаря вам, храбрые рыцари, наше королевство будет снова процветать. Уверена, это было непросто. Но вы даже не представляете. Прощайте, храбрые рыцари. Приятной вам казни этого бандита. Да, именно этим мы и займемся. Эй, похоже, я все-таки не зря оставил ворота открытыми. Джекс, ты че? Я думала, он мертв. Ты все равно это сделал, Дуб. Что ты сделал? Что ж тогда вот с ним еще как-нибудь поможем. Пока! Срань, Господь! С возвращением, мои маленькие стойкие гамбургеры! Значит, это и есть цирк, да? Ну, привыкнуть можно. Оп! Кажись, один из этих проскользнул. Стоп, чё? Опа. Стой! Что? Я понимаю, что вам нравится ваша NPC, но если я перестану понимать, кто человек, а кто NPC, кто знает, что может случиться? Что ж, пойду попью водички. Давненько я этого не делал. Кейн, ты чертова скотина. Помни, только обрела друга, а ты... Я просто не понимаю логику Кейна. Я просто ее не понимаю. Блин, я думала, он никогда не уйдет. Мне правда очень жаль, помни. Но ты хоть попыталась? Может, он вернется в будущих приключениях? Я знаю, Кейн любит иногда повторно использовать NPC. Я все подготовила. Эй, может, хотя бы присоединишься к похоронам Кауфма? Нам нравится устраивать небольшие панихиды в память о людях, которые рассеялись. Это пришлось немного отложить из-за твоего прибытия и всего такого. Это меньшее, что мы можем сделать, чтобы почтить их. Кауфма. Помни, заняла его место. Теперь она тут клоун. Бог мой. Всегда кажется, что готова к этому, но потом мы ставим фото и... Вот. Я уже не могу сдержаться. Закончим. Ну, ребята. Было прекрасно, конечно. Но, да, Джекс тут такая же скотина. Логику Кейна вообще не понять. Но, конец. Похороны Кауфма. Они просто трогательные. Как швейцарские часы.
Похороны Кауфмана такие же надежные, как и швейцарские часы. Извините, снова это произошло. Да, похороны Кауфмана были тем еще трогательным моментом. Особенно уход Гамигу. Именно то... Ну, а точнее, вся жизнь Гамигу в этом эпизоде в целом. Он понял... Можно сказать, что он исправился. Да, он понял, кто он есть на самом деле. Ну и увидел цирк. Правда, Кейн придерживается своих правил. И сразу перемещает NPC в мир, откуда и родом этот NPC. Ну, ладно. Сам эпизод неплохой, но из-за скотины Джакса и логики Кейна тут можно ставить и смелое 9.5, если что, это 8, это 8.5 из 10. Да, мне понравился эпизод, но... Ну, хотя нет, можно тут ставить смелое 9 из 10. Да, повлияло это на то, что Джекс та еще скотина. Ну и Кейн. Ну, да. Ну, в принципе, его логику понять-то и можно. Он-то придерживается... Он, как и, придерживается правил. Особенно и своих. Ладно, ребята, на этом мы и закончим. Если вам понравилась эта реакция на этот ролик, ставьте лайки и подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Ну а с вами был я, Губка Боб. Пока.